Глава вторая. Миграция. Так. Ну, по крайней мере, что-то зазеленело здесь. Теперь ему еще и по деревьям карабкаться. Тихо-тихо, подожди. Так, еще немножко. Молодец. О! Ну что? Кавабанга. Так, с помощью ваш спутник может увидеть следующие цели, а также некоторые коллекционные предметы. Ну что, спутник, рассказывай. Что-то он молчит, собака. А, вот, туда. Понятно, спасибо. Только вот... Ага. Сейчас будем выращивать, наверное, эти растения, да? Или как? Нет. Да. Ух. Понятно. Да. Тихо. Да, система, конечно, геморройная с этими скалолазами, скалолазанием. Ну давай, ухватись левой рукой, молодец. А теперь правой. А теперь прыгай. Оп. Угу, хорошо. Отдохни. Теперь давай эхо. Угу. А туда как? А как туда? Прыгать надо, да? Серьезно? Я лучше... Подожди. Фух. Что-то он прям на лету прикрепил. Ну и хорошо, и молодец. Тихонечко давай. Правой, левой. Давай. Так. Здесь у нас что-нибудь есть? Крабик есть. Чё ты пищишь? Не пищи. Какая-то картина. Ой, что там было, господи, сзади? А, эта трава так выросла страшно.
Если дальше. А здесь я ничего не могу? Не. А, вот здесь можно, да? А, он тут дотягивается. О, круто. Давай. О. Хорошо. А, конечно. А, ну что ж ты, надо страховку было крепить. Надо прыгать. Только отдохнуть надо. Ага. Вон куда я забирался, на самый верх этой конструкции. Маяк они ее называли, да? О! Опять эта пирамида из камней. Добавим свой камень. А ты ничего тут вырастить не можешь, нет? Нет, ничего не выращивается. Тихо, тихо, тихо. Не отпускаем. Так, а дальше-то куда? Вот, наверное, опять эхо создавать, да? Вот это. Да. Ну, давай. Вот. Ну, подожди. Сюда и сюда давай. Так. Ну, отдохни, отдохни. Там еще одна пирамидка. Прыжок, когда на прыжок позволяет вам забраться выше, ни к чему не прикрепляясь. Ладно, сейчас проверим, как это работает.
Это я понял. Ну. Только нифига не видно. Видно. А что? Только непонятно что. Дверь. Дверь закрыта. Да, двойной прыжок можно использовать. Но не везде, потому что я уже так пробовал кое-где. Опа. Что-то есть. Опять раковина. Сейчас нам мультик покажет, да? Вот это надо, наверное, тоже доживить. Ну, не знаю. Ладно, я полез тогда. Что такое? Ползи давай. Спасибо, механик. Отдыхаем. Активируем цветочек. Мне, может быть, все-таки туда сначала надо. Хрен его знает, куда надо, да? Эту камеру вообще туда не повернуть, в ту сторону. Ладно, я пока полезу хоть куда. А то он скоро сдохнет у меня, да и все. Да. Но это что-то ничего не дает. Сюда-то я забрался, и ладно, и что? Тут уже все выращено, все цветы. Еще выше надо. А как же та пирамидка? Понятно. Чуть не упал. Чуть не достает туда, да, до того. Да я понял, что надо делать. Не надо мне. То, что я не понял, они не подсказывают. О! Тихо. Спокойно. Отдыхаем.
Опа. Привет, привет, Патифай. Так. А теперь... А, может быть, надо опять? О, хорошо. Недолет. Отдыхаем. Что такое, я не понимаю. Почему не прыгает? А, ну да. Так, аккуратно. Фух. Успел. Кто-то опять хрюкает здесь. Ну, тут может хрюкать. Свинья хрюкает, да? Вот это вот бегает. Пообщайтесь со своим спутником. Ну, давай. Я бы лучше со свиньей пообщался, например. На предмет шашлыка. Но она не дается в руки. Что-то тут есть. Тетушка Ида, поговори с ними. Я тоже хочу в экспедицию в пустыне. Мне вечно говорят, что я еще маленькая. Нил вот пойдет, а ведь он только чуть-чуть старше меня. А еще он злюка. Мне придется остаться в низководье, собирать водоросли и делать домашку. Чистить с тобой каналы было бы веселее. Я хочу повидать мир, но родители не хотят меня отпускать из деревни. Можешь поговорить с ними? Ну, пожалуйста. Ох, Ди, ты уж поверь мне, чистить трубы большого резервуара тебе точно бы не понравилось. Мои слова тебя не обрадуют, но наберись терпения. У тебя полно времени, чтобы подрасти. Скоро мы отплывем в сердце равнины. Не хочу тебя расстраивать, но нам придется пойти вместе с твоими родителями. Так что лучше пока с ними не ссориться. Мне не хочется пересекать равнину в компании трех хмурных лиц. Твоя любимая тетушка. Привет, Бендер Юнит. Все? Все. Свинья, стой. Ну, свинья здесь так, декорация просто, я так понимаю. О, какие-то уже пошли механизмы, подождите. Механизмы еще здесь. Спасибо. Спасибо за эликсир. А это типа лифт какой-то, наверное. Наверное. А что вот это? Теперь я могу спуститься вниз. Да? А зачем? Я только сюда, подождите. Нет, давайте сначала я здесь. А это что? Это ничего. Ну да, это, наверное, подъем наверх. Ну, я так думаю. Что-то еще может быть. Вниз. И так можно. Ух, ё-моё, как высоко. Да. А, ну хотя я забрался не намного выше, чем я был вот на этом маньяке. Маньяке. Это что такое? Передвижная распродажа. Карабины, рыболовные крючки, звучные раковины. Отдаю даром или в обмен на провизию. Починка и штопка, сети страховки, стежок пузырем, песчаный стежок, любая вязка. Спрашивайте Энио. Утеряно. Это объявление просто. Утеряно. Медальон круглый и блестящий. Он не особенно ценный, но мне все равно грустно, что он пропал. Награда за находку – торт. Ищу работу. Работа по дому, нянька для каменюков, Шоко или детей. Каменюков? Я только это слово детей понимаю из этого. Шоко это, наверное, вот эти свиньи, я так думаю.
Примем любую вертикальную работу, ремонт, украшение, стройка. Требуется добровольцы в экспедицию в облака на поиски надежды и воды. Чтобы отправиться с нами, присоединяйтесь к нам 12 октав на ферме Бекиарла в высотных полях. Не получите тепловой удар по пути. Перевозки на каменюке до оазисов. А каменюка, наверное, это какое-то большое животное, судя по перевозке на каменюке, да? Типа грузовика. Перевозки на каменюке до оазиса Фумароля. Берем небольшие связки, посылки, не берем животных. О! Вот это я понимаю подъем. А тут карабкайся тут куда-то. Что это такое? Дуза Вести, выпуск 43, 9 октав и 1 терция после жузона. После отлива. Ну, вы же перевели бы отлив, так отлив, да? От редакции. В этом выпуске мы поговорим о существах, в честь которых названо наше почти циклическое издание, о дузах. Еще одни существа, да? Мы уже упоминали их в особом выпуске «Обитатели Большого резервуара», посвященном вымирающим туннельным животным, но не говорили о них отдельно. Самое время это исправить. Дузы, восхищающие нас своим медленным и величавым полетом, в начале жизни цепляются за скалы. На первом этапе своего жизненного цикла они напоминают цветы под названием недотроги. Ух ты. Из сердцевины недотрог вылетают искорки, крохотные светящиеся создания, которые группками летают в темных пещерах и туннелях. Сколько октав требуется искорки, чтобы превратиться в дузу? Сколько дузы живут? Видели ли люди смерть хоть одной дузы? Дузы жили в башне с давних времен и были свидетелями ее прошлого, но мы многое о них забыли. На момент написания этой заметки они практически исчезли, искорки превратились в детские сказки. Говорят, они крадут непослушных детей, а недотроги встречаются крайне редко и только в дальних туннелях. Далее мы постарались собрать кое-какие факты об этих созданиях. А вы знали, согласно рассказам водных ремонтников, которые иногда встречают этих существ на своей работе и очень этому рады, рядом с искорками чувствуешь себя невесомым, так что ведите себя хорошо, дети. Будем надеяться, что снижение человеческой активности в последние циклы вернет тишину и покой, которые так нужны недотрогам, искоркам и дузам для процветания. Так. Но это же не те цветы, которые вот я оживляю, правильно? Там никаких искорок-то вроде нет. А здесь что? Опять объявление. В эту октаву мы отмечаем возвращение в порт экспедиции номер 34. Для главы экспедиции Кори это была далеко не первая храбрая вылазка в горизонтальный мир. Мы с гордостью встречаем этих доблестных детей низководья, которые принесли нам бесценное сокровище. Члены экспедиции номер 34, потомки великих Нур, Иги и Име, первопроходцев Великой Равнины, отправившихся на поиски океана, прошли дальше, чем когда-либо, и наконец нашли новый источник после многочисленных провалов. Новая жизнь для многих деревень, ждущих своей очереди с тех пор, как оазисы в Топках и Фумароле переполнились. Торжественный ужин в честь наших героев состоится на следующий сон. Участники прошлых экспедиций испекли вкуснейший пирог с водорослями. Напитки приносите с собой. Угу. Так. А тут тоже вроде как всякие свитки, но ничего не прочитать нельзя. Ну, сюда можно залезть. Да, только это бессмысленно, конечно. Но можно. Так, а здесь и сюда, вот здесь, вот тут. Ничего нету, ничего не спрятали. Вроде нет. Теперь что-то здесь нас, наверное, еще в темноте поджидает. О, и туда, и сюда, кругом можно пройти. Спасибо за эликсир, мистер Блондин. Свинья? Пыль только поднимает. Тут и так пыли полно. Угу. А что? Угу. А что? А, это вызвать можно, понятно, лифт сюда.
Так, ладно. И что-то еще бы туда налево был. Проход. Вот сюда. Ой, как здесь темно. И наверх можно подняться. Что-то перебор какой-то. Выбор слишком большой. Ух. А можно свет включить? Я выключатель тут где? Или фонарик, может, нет? Чего? А, покрутить надо. Подождите, сейчас покрутим. Главное не упасть никуда. Надо что-то покрутить куда-то, да? О, а вот и выключатель нашелся. Кракозябра какая-то побежала по стене. Так. Сейчас какая-то картинка сложится, нет? Нет. Что бы это значило? Кто-нибудь может мне сказать. Пропасть. Я не понимаю, что это такое. А что это такое? Это что-то интересное, наверное. Ой. А это не те светлячки, которые потом превращаются в птиц? Свинья хрюкает, бегает. Так, ладно, где-то лестница была. Правда, ни хрена не видать, но она была. Вот. Двигайтесь по уступу. Ух ты. О, еще и так можно. А вот и птицы. Это вот эти, которые... Или какие-то другие. Журнал наблюдений 12 октав и 1 прима после Жизона. Для меня даже путь в низководье с моего маяка обычно целая экспедиция. Даже не верится, что на этот раз приключения только начинаются. В точке сбора я встретила Мэтта, молодую женщину из этих мест. Ну как молодую, младше меня это уж точно. Ее родители уже ушли из башни, но она, как и многие ребята нашего возраста, решила остаться. Старшему поколению это не понравилось. Тяжело покидать семейное гнездо. Я не очень хорошо ее знаю, но в одном и похоже. Наши родители уходят от нас все дальше. Она, кажется, обрадовалась мне. В кои-то веки я не знала, что сказать. Только неловко улыбалась, вся красная с дороги, рюкзак разобран, волосы торчат во все стороны. Молодец, Бьянка, отличное первое впечатление. Но я тоже была рада, что не придется отплывать одной. Удивительно, но с нами идет и старик Сол. По-моему, до этого мы с ним ни разу не говорили. Может быть, сможет ли старая шхуна выдержать такое плавание? Сколько себя помню, Сол всегда был тем старым отшельником, что живет наверху. В детстве я его страшно боялась. Каждый раз, когда он спускался в деревню, мы детвора развлекались тем, что с воплями убегали, едва его завидев. Даже теперь у меня коленки задрожали, когда он к нам приковылял. Больше никто не пришел, так что мы отправились втроем. Скоро я понял, что зря волновалась. Сол идет впереди, странная фигура с шустрыми ногами, которые удивительно легко забираются на скалы. За ним лучащаяся энергия Мэтта. Да это я тут старуха. Так. Нужно еще выше подняться, да? Еще лифт. А
Можно посмотреть в дырочку. Вот она, дырочка. Что он там покажет? О! Но одни камешки я все-таки пропустил. Ну, может быть, и не одни, но одни я точно видел. И проигнорировал. Ну, не то чтобы проигнорировал, просто не знал, как туда забраться. Ладно, идем дальше. Это лифт. Видимо, мне сюда. Опа. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, где-то сюда надо зацепиться. Опа. И... Так, а ты, жаба, можешь мне сказать, куда нам идти-то? Давай, просвети меня. Туда, наверх. Блин, ты и сам знаешь, что наверх. Ладно. Ну, наверное, надо прыгать. Угу. Пещера. Ну, видимо, сюда. А назад-то потом. Назад потом можно. Там как вентилятор какой-то под потолком. Что такое? Застрял? Давай. Опа. А ты кто такое? А ты что такое? О, оно попало, оно живое, оно ползает. Только оно меня боится, да? Не бойся, я сам боюсь. И туда куда-то щель идет. А сюда... Пойдем в щель. Судя по всему... Там хоть светло. Ну куда-то я пришел. Уж не знаю, так или не так. Сюда или нет. Когда-то здесь был источник какой-то, да? Штуки непонятные. На что я сюда спустился? А, вот тут еще проход. Все спокойно. Хорошо. Жаба, это ты, что ли? Это ее портрет? Похоже, да. Похоже, это ее портрет. Ну, ладно. Пойдем сюда. Надо еще жабу спросить, может, она куда-нибудь мне подскажет еще. Что-то ничего не подсказывает. А, вот так же, да, другая кнопка просто. Туда, туда наверх. Угу, угу. Почему все время две? А, одна из них означает какой-то предмет, а вторая означает, куда мне нужно идти. Как-то так это работает. А какая из них какая, я не знаю. Какой из них круг. Что значит? Так, тут цветочек надо оживить, понятно. Но это то, что я видел с... Та дырка, что я видел с... Из-за досок тех поломанных, где я не мог пройти. Я так понимаю.
Не-не-не, под... Куда ж ты падаешь-то? Не по той ветке пополз я. Ну, а что ты вверх? Он не хочет вверх? Да хочет, хочет. Просто не признается. О. Да, вот выходила на тут типа балкончика. Давай, ползи, ползун. Так, надо, наверное, страховку, да, и отдохнуть. А теперь... Ты чё, допрыгни туда, что ли, хочешь сказать? Вот туда. А, ну да, тут же можно зацепиться, наверное. Да. Отлично. Ну вот. Что такое? Встал вдруг. Сейчас буду опять как муха ползать, да? Только, наверное, надо сначала здесь посмотреть. Может, что есть. А ничего тут нет, да? Просто раз, и все, и закончилось. Хорошо. Извини. Ничего, он неубиваемый. Или она. Тут не поймешь. Ну, а что ты не хочешь вот за эту теперь ухватить? Он хочет. О. Ну все, делов-то, не надо было прыгать. О, ну, сейчас мы тут упростим себе жизнь, да, я так понимаю, вот. Бац, и все. Можно будет цепляться и... Хочешь вверх, хочешь вниз. Смотрим мультик. Потерял. А, там он стоит. Все, да? Не видать мне по этим платформам. Да? Скорее всего. О, тут еще что-то есть.
Прошу прощения за беспокойство, но мне почему-то перестала приходить ваша газета. Надо ли мне что-то сделать? Может, это какая-то ошибка? Заодно хочу сказать, что мне очень понравилась ваша заметка о выставке Шока. Сол Кеке. Здравствуйте. Как вы, наверное, знаете, воды слишком мало для нормальной работы почтовой службы, и у нас осталось слишком мало каменюков для доставки газеты в целости и сохранности. По этой причине команда газеты «Голоса ущелья» решила остановить публикацию. Мы все так же, даже сильнее, хотим снабжать наших читателей информацией, но еще не решили, в каком виде может выходить наша газета в нынешней ситуации. Спасибо вам за отзыв о выставке. Люблю писать об этом событии. Будем надеяться, что однажды сможем снова его обсудить. Без воды все становится таким хрупким, не правда ли? В общем, у нее большие проблемы. Как обычно это бывает. Тут ничего нет больше, да? Теперь надо как-то перепрыгнуть это дело, да? Уже не так. Вот наверх по этим мосткам. Там, наверное, какой-то проход где-то будет. Скорее всего, да? Что ты не можешь? Так, молодец. Не было странно. Опять что-то поломалось. Так, Прити, я впервые вижу так много людей с высот, и некоторые останавливаются в низководье, начиная думать, что для меня еще не все потеряно. Как говорила матушка, океан вознаграждает терпеливых. Может, наконец-то с кем-нибудь познакомлюсь, а то здесь выбор невелик. Раз уже старый Йом, у меня сердце так трепещет в груди, когда вижу его ямочки на щеках, мозолистые ладони и вечную клетчатую рубашку. Йом, пекарь, надеюсь, ты шутишь. Никогда не могу понять, разыгрываешь ты меня или нет. Ну да ладно, я тоже покидаю башню. Прости, Басса, я не знаю, как еще тебе это сказать. Жаль, что мы не можем снова сцепить наши карабины, как когда мы бегали вокруг старого пирса в детстве. Жаль, что у меня не получилось убедить тебя пойти со мной. Но ничего не попишешь, я думаю уйти в соседние деревни. Они нашли мне местечко на Каменюке. На Каменюке. Мы ведь еще увидимся когда-нибудь на равнине, да? Только не сердись на меня. Я буду скучать по твоим письмам.
Ничего не дает это. Вот это все время вниз, он все время вниз смотрит. Не смотри, не смотри вниз, голова закружится. Еще один камушек, еще один кирпич в стене. Спасибо за фоллоу. О, куда-то я добрался. Жаба, нам с тобой еще лезть и лезть.